Всевышний Аллах говорит в Коране: «О люди, воистину, мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга. И самый почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах знающий, ведающий». Сегодня, на 8-й день шатра Рамадана, гостям вечера удалось получше узнать дунганскую культуру. Вечер организовал Международный фонд культурной интеграции имени Джан Хэ. Фонд ведет свою деятельность с 2014 года. Их основной целью является сохранение и распространение традиций и культуры дунганского народа. Они снимают документальные фильмы, выпускают книги и познавательные календари, а также участвуют в различных социально значимых мероприятиях, таких как «Шатер Рамадана». Нам когда предложили, журнал «Умма» позвонили, мы обсудили, поддержали, попечительский совет взял это все, финансирует. Мы заказали, знаете, вот дунганская кухня, она очень интересная и богатая. И все не выставишь, но и наиболее такую вот, чаще встречаемую. Вот. Щи мы сделали. Есть щи по-русски, это совсем другое. Это дунганские щи, парадные, гостевые. Вот когда гостей приглашают. По неизменной традиции вечер начался с чтения Корана и небольшого выступления на тему «Рамадан». Аллах Субхану ва Тааля сіздерді тұткен розаларын қабайлаған болсын. Барча гүнахларын Аллах тілі кешірген болсын. Ниятлары болса, дилдегі мақсатларын Аллах тілі рава көрсін. Во время вечера состоялся показ документального фильма о традиции и истории дунганского народа. Фильм был снят журналом «Умма». Стоит отметить, что главный герой этого вечера, почетный аксакал Сарди Губарович, также пришел на вечер. При просмотре фильма Сарди Ата расплакался. Возможно, он вспомнил те далекие тяжелые годы. Возможно, людей, которые ему помогали. Словом, в течение всего фильма он сидел, протирая слезы, медленно текущие по щекам. Знамения все это сделали так, чтобы отличить дунганскую свадьбу от китайской свадьбы. Потому что зеленый цвет – это символ ислама. Дунгане называют себя старыми мусульманами. В далеких китайских владениях они были немногочисленной группой, принявшей ислам. На территории современного Кыргызстана дунгане поселились в конце 19 века, во время антицинского крестьянского восстания, в ходе которого погибло много людей. Сегодня на территории Кыргызстана проживают более 65 тысяч дунган. Они являются полноправными гражданами Кыргызстана, вносящими вклад в развитие страны. Мне нравится Кыргызстан. Кыргызстан – это моя родина. Она очень прекрасен Кыргызстан. Это очень красивая страна, горная страна. Нас окружают горы. Прекрасное озеро, жемчужина нашего Кыргызстана, Иссык-Куль. Хозяева вечера угощали гостей своими национальными блюдами щи и ашлямфу. Ну а дунганская сладость томомо, которая готовится специально к Урозу Айту, стала настоящим украшением стола. Рамазан айында дунган елибизди ооздаштырууга урматсы менен чакырды. Келип мына жайылган дастурконунда отурабыз. Аябай тамактары даамдуу таштуу экен. Чоң рахмат. Ушулар эмне жакшы ниет менен бизди чакырып ушундай дастуркондорго даам таттырса, ошондой Алла Таалам кабыл кылсын ушулардын жакшы ниеттерин. Ушул дунган элине чоңдон-чоң рахмат. Кыргыз дунган дебейт, улутубузду бөлбөй ушул деп чакырып ушул дастуркондорго даам таттырып отурганына. В этот день на шатер пришли участники конкурса «Рамадан – это», проведенного в социальных сетях коллективом журнала «Умма». Одна из них, Айгуледжи, услышав о том, что в шатре «Рамадана» ежедневно с 6 часов вечера работает пункт приема помощи, она пришла на вечер не с пустыми руками. «Рамадан – это» деген конкурс ачып тұрсыңар, что подписаться надо было. Журналыңарға подписка қылып. Рамадан это деген фразаны уланыш керек болчу. Мен не деп уладым. Рамадан это дар данный нам Аллахом для очищения души. Очень радует то, что с каждым днем все больше и больше желающих помочь. Кто-то приносит продукты питания, кто-то туши баранов, а кто-то, как Абдукадыр Магомедов,
20 килограммов наивкуснейшего плова. Благодаря Абдыкадыр Байке, каждый гость вечера сегодня смог унести с собой немного еды. Журнал «Умма» выражает свою благодарность всем неравнодушным людям. Благодаря вам мы дарим нуждающимся людям не только праздничную атмосферу, но и материальную помощь.